друзья мои дорогие, уважаемые подписчики. Вот я на территории Экспо 2017. С главного входа идем. Будем начинать, конечно, обзор с Нур-Алем. Этот лазерный шар. Снаружи вот я вам немного показываю. Остальное все будем смотреть изнутри. Сейчас вот пройдем здесь фейс-контроль. Потом дальше продолжим. Вот по лифту мы поднялись на самый верх. Здесь так предусмотрено, что поднимаешься на самый верх и сверху начинаешь осмотр, продолжая вниз. Здесь так приятно, интересно, и тебя охватывает такое воодушевление, что ты сам становишься участником этих событий, которые окружают тебя. Все, что проходит вокруг тебя, дает информацию, представление об окружающей среде, поднимает настроение и прибавляет радости. В данный момент я вспомнил стихотворение Пушкина. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром». Опять охватывает такое приятное ощущение, как будто ты на дне океана. Вокруг тебя вот медузы плавают, разные водоросли, рыбы. Однако почему-то я совершенно сухой и в костюме. По периметру внутри шара есть вот такие места для отдыха. Много ходим, многие встают и вот начинаешь отдыхать. Вот обратите внимание, сейчас вот ленточка идет такая, вот эта дорожка стеклянная, как в Китае вот дорога на скалу есть стеклянная. Смотришь под ноги. И такое ощущение появляется, вроде бы ты сейчас стекло лопнет и ты провалишься в бездну. Поэтому, когда не смотришь, идти легче. А когда начинаешь смотреть, уже такие разные страхи начинают появляться у многих людей. Здесь вот вид сквозь стекло окрестностей этого сферического шара. Просматривается город, небо, облака, как такая красота. Вот, здорово. А это павильон
ветровой энергии, использование ветровой энергии. Павильон использования энергии солнца. И вот здесь вот очень интересное место, где казахские ученые разработали использование энергии водорослей. Это вот сейчас мы смотрим, вот рассказывает он нам. Видите трубы? Эти трубы вот по полу, видите, да, линии? Mm-hmm. Это вот трубы как по полу идут, они соединены все между собой, и в них все протекают водоросли. Mm-hmm. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, спрашивайте. Это дом будет так делаться, да, обделываться? Можно сказать и так, да. Ну, не совсем так. Тут, видите, для разных случаев. Тут все вместе просто. Угу. Вот, допустим, если сюда посмотрите, вот фасад. Угу. Вот он будет для дома, некоторые для лаборатории, некоторые для сада. Угу. Там дальше, если пройдете, увидите систему Хортус. Угу. Да, Хортус. Угу. Эта система развивает под собой выращивание водорослей. Угу. Ну, кажется, 260. Откуда будет в дальнейшем браться биологическая энергия, экологически чистая энергия? А тут и дышать как-то хорошо, прохладненько. Давайте еще раз пойдем. Да, давайте. Что, не мне тоже? Да, она ждет нас. Это здесь водоросли, да, в них? Угу, водоросли. В этих трубах. Что, он сейчас дает энергию? Куда от нее сейчас энергия идет? А сейчас никакая энергия не идет, просто это водоросли, и мы можем получить от них биоэнергию. Спасибо. Mm-hmm. Понятно. Здесь обратите внимание, когда человек вовлечен даже в какую-то игру, он все равно тратит энергию. А вот здесь вот именно так это предусмотрено. Играя, заодно используем энергию для координации движений. Очень занимательная игра здесь вот. Мне очень понравилось. Управляя наклоном платформы, на которой стоишь, ты начинаешь, значит, двигать шар в том направлении по лабиринту, куда необходимо. И это, особенно когда групповая игра, это вообще, как говорится, укрепляет сплоченность команды и координацию
значит, движение всей команды в правильном направлении. Это очень развивающее. Вот как хорошо придумали, видите, да? Сотку заряжают. Сидят, чай пьют и беседуют, и хамзышеп, соткан заряд калаболас. Теперь мы находимся в павильоне развития использования механической энергии. История. Здесь все историческое. Первые разработки, не первые, конечно, но в прошлом, с прошлого века здесь, вот здесь, в основном данные. Заводная игрушка Германия 20-30 годы. Машинка 1857 год. Телефон такой красивый. Швеция, 11-й год. 911 год. Ох, какой красивый. Это павильон использования энергии воды.
Теперь мы находимся в павильоне Discovery, где демонстрируется, каким будет будущее Казахстана через несколько лет. Экскурсию по сферическому шару. 3 часа не хватит. Надо спокойно, чтобы все обсмотреть, 4 или 5 часов. Очень замечательные впечатления у меня остались от этого посещения. Спасибо президенту, что вот он это организовал в Казахстане. Нет слов, я не нахожу слов. Я восхищен, чрезмерно восхищен тем, что здесь создано. Действительно, Казахстан прославился на весь мир. Его и раньше знали хорошо, но теперь он вообще рейтинг себе заработал самый высокий. Супер! Президент и его команда. Молодцы! Друзья, мы смогли увидеть только в этом одном сферическом шаре процентов 70-75 из всего того, что представлено. И я смог вам показать из всего, что я увидел, где-то процентов 20. Я, конечно же, собираюсь еще раз посетить Экспо 2017. И, естественно, буду я вам выкладывать видеоролики от посещений павильонов других стран, показать вам очень интересные экспонаты и все то, что привезли на Экспо 2017 131 страна-участница. Так что следите за моим видеоканалом, будет еще много очень интересного. А пока я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго вам.
Успехов и процветания вам, друзья мои.